МИД Беларуси отслеживает ситуацию в Таиланде и рекомендует гражданам, которые находятся в городе Паттайя, а также в близлежащих городах, соблюдать осторожность в общественных местах, избегать мест скопления людей, крупные торговые центры, также по возможности воздержаться от поездок на общественном транспорте. В посольстве Беларуси во Вьетнаме организована круглосуточная прямая линия для экстренной связи белорусских граждан, нуждающихся в помощи. Накануне в Таиланде, в провинции Паттани, произошло два взрыва около торгового центра. Пострадали не менее 50 человек.